Герои неба. Николай Поликарпов. Конструктор, герой социалистического труда. В авиационном мире его называли «королем истребителей». В 20-е годы Поликарпов руководит созданием первых отечественных истребителей и самолетов-разведчиков. Сконструированные им летательные аппараты покоряют Сибирь и осваивают Арктику. Но в ноябре 1929 года Поликарпов арестован по обвинению во вредительстве. От смерти конструктора спасает лишь то, что его новый истребитель производит большое впечатление на советских вождей. После этого на протяжении почти 10 лет нашу авиацию вооружали исключительно его истребителями. На самолетах Поликарпова совершались дальние перелеты. Установлен мировой рекорд высоты. Конструктор работал практически до самой смерти. Он умер в 1944 году. Именем Поликарпова назван пик на Памире, улицы и площади в нескольких городах России. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.